Добрый вечер, украинцы. Орки, идите нахуй. Лабадена, лабавакара, лятуем. Пожурим. Вена мегемяуса, винтели. Мегемяуса, монотанка. Присира, что не септине. Объекта 279, когда-то еще имею. Буду говорить на двух языках, потому что я за Украину. И много украинцев, друзей смотрят. Привет, Нико. Не знаю, почему он на стриме на объекте не ездит. Это очень крутой танк. И самое главное, что не хватило у них у советов, блядь. Конечно, они были в дефолте. В реале реализовать этот танк. Но он чувствует хорошо. Посмотрим, да? Модификация. Пробитие 364 мм. Дамаг очень прекрасный. Ну чё, попробуем проехаться, ну покажу, наверное. Последний бочек. Баланс его, ну хороший там. Нам не меркавы, не проблемы, если в принципе. У меня такое название. Не агрит совсем. Но русские особенно. Ну что, русские, блядь, россияне, пидоры. Будем работать. Хорошо, попался на объекте тоже союзник. Сейчас сделаем грязь. Это танк, ну, если точно бить, он не прощает ошибок. Вообще. Но рашить, ну, не нужно, потому что перезарядка 8,7 секунд. Ну давай, иди сюда. Бум. У него пульмой то вот эти хорошие. Очень хорошие.
помогай. Вот АМД, он нихуя ничего не может сделать против объекта. Нихуя вот. Видели, тур пустил, долбоёб. Ему пизда. Камберник прекрасный. Теху танканул. Даже я беру фугасы, но для него не нужно, потому что дамаг это осколков миллиард. У него миллиард осколков. Это самый лучший снаряд в игре. Камбар. Вот так.